Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас вновь репортаж из садового центра Европлант. Пришла уже третья машина с растениями. На площадке кипит вовсю работа. Пришло очень много растений, на которые нужно обязательно срочно посмотреть. Мне самому жутко любопытно. Давайте сходим и тихонечко посмотрим. Может быть, что-то я вам сразу же на месте и прокомментирую. Там очень интересно. Так, у нас пришли наконец-таки саженты. Вишня саженты, наша северная сакура. Ну, конечно, не северная, но зато, которая замечательно у нас зимует. Пришли они в цветочках уже. Чарльз саржент сорт и сорт ранчо. Пришло их не очень много. И, по-моему, мне кажется, они уже все под заказ и все уже проданы. В этом году у нас совершенно небывалый ажиотаж садоводческий. Приезжает огромное количество людей, бронируют, уносят, и не успеваем просто разгружать. Ну, вот, по крайней мере, у нас есть редкий шанс полюбоваться цветущей сакурой уже сейчас, в конце апреля. В прошлых роликах мы рассказывали про чупа-чупсы, как мы их называем, елочки, сформированные на штамбе в виде шарика на длинной голой ножке. Вот сейчас здесь стоят елочки сорта брынок, но к нам пришли еще и пихты. Посмотрите, какие совершенно удивительные деревца, тоже сформированные на штамбе, с мелкими-мелкими вот этими иголочками, листиками, такими ажурными, чем-то напоминают суккуленты даже. И еще пришли очень классные сосны. Можно сделать целую коллекцию шариков. Тот, кто любитель вообще подобных растений, ну или, возможно, у кого-то сад в регулярном стиле. Чем черт не шутит? Посмотрите, какая красота. И вот еще, смотри, Арсений, даже желтеющие сосны пришли тоже на высоких штамбах. В Польше сейчас, напоминаю, настоящий бум растений на штамбах. И елки, и лиственные, и кустарники, и деревья – все на штамбах. Так, а вот это вот, вы никогда не угадаете, что это. Если вы смотрели все мои зимние ролики, где я рассказывал о новых интересных растениях, которые к нам придут, то вы вряд ли его узнаете, потому что это та самая восковница, о которой я говорил, которая прекрасно и существует, растет, является эндемиком Ленобласти. Но данные растения выращены в Польше, потому что у нас они практически нигде не продаются. Это, наверное, наш эксклюзив, вряд ли где-то на северо-западе или в Московской области вы еще сможете его найти. Я его вижу вот впервые без листиков, то есть листики совсем еще маленькие. Это я так подозреваю, что, возможно, это даже цветочки, а не листики. Вот так вот выглядит цветущая восковница. Вот здесь растения побольше, возможно. Да, вот она, восковница обыкновенная. Часть растений уже отложены, так что если вы хотите приобрести, поторопитесь. Их пришло не так много. И, конечно, пришли всеми любимые декоративные яблони. Они пришли не цветущие. Ну, как я и сказал, это и хорошо, потому что зацветут они у нас. В Польше в этом году очень поздняя весна. Практически совпадает с нашей. Температуры примерно такие же, поэтому и растения прекрасно доезжают. В хорошей кондиции и еще без цветов. Любимая всеми яблоня Рудольф. Роялти. И там яблоня Оля. Или Ола. Которая тоже очень модно у ландшафтных дизайнеров в последнее время. Так, что еще хотел рассказать. Растение, которое давно хочу завести в своем саду, совершенно прекрасно оно будет, когда расцветет, потому что это боярышник, цветущий очень красивыми розовыми цветами. Crimson Cloud. Есть еще очень похожий, всем известный Red Scarlet. Вот это немножечко другая разновидность.
с очень красивыми цветами. Хотелось бы когда-нибудь увидеть, как оно зацветет, но, к сожалению, скупают все раньше. Так и не удалось мне пока что увидеть. Береза с совершенно сумасшедшей графикой ветвей. Подобное я видел только у сверловских ив. Совершенно потрясающие ветки. Береза еще без листиков, но мне кажется, ее самая главная декоративность вот в этих вот красивых изогнутых ветвях. Сорт, по-моему, кстати, так и называется. Правильно, Spider Alley, то есть паучья аллея, пендула. Облепиха даже к нам пришла. Пришла облепиха, пришли прекрасные сорта плодовой голубики с огромными ягодами. Но всего тоже пока что не так много, как хотелось бы. Из цветущего у нас пришла форзиция. Форзиция, которую все мечтают приобрести, а приобретя потом мучаются, потому что, к сожалению, у нас она не очень хорошо зимует. Но посмотрите, на какой пришел красивый сорт с цветами, просто огромными. Наверное, в диаметре 3 сантиметра. То есть вот обычная форзиция с маленькими цветочками. И вот это просто какая-то гигантская. И голубика, голубика, голубика. Побежали дальше. Можжевельников пришло просто огромное количество. Я думаю, что надо обязательно пригласить кого-то из специалистов, или дендрологов, или ландшафтных дизайнеров, чтобы они нам рассказали про можжевельники. За эту работу я не возьмусь. Их огромное количество, и в них надо разбираться. Так же, как и с рододендронами. Рододендроны тоже есть новинки, но большая их часть — это всеми любимые сорта катавбинских рододендронов и азалии серии Lights. Пойдем посмотрим, я вижу очень интересное растение, которое, по-моему, тоже пришло к нам в первый раз. Так, вот оно. Гаутерия лежачая. Ну, на самом деле, я, наверное, сниму про нее отдельный сюжет, потому что растение этого заслуживает, оно совершенно необыкновенное. Это растение семейства вересковые. Как вы видите, оно в ягодках. Ягодки созрели далеко не весной. Это они так прекрасно сохранились еще с лета. Растение, между прочим, цветет круглый сезон вообще с июня до конца августа. Потом завязывают вот эти вот красивые красные плоды, похожие на рябинку. И помимо этого они съедобные. Сейчас их попробую. И, судя по всему, еще очень легкие, поскольку они перезимовали и совершенно не потеряли вот никакого ни тургора, ни цвета. Растение восхитительное. Попробуем как на вкус. Вкус такой, какие-то немножечко камфорные нотки, ментоловые. Знаю, что из него делают джемы, начинки для пирогов. Вообще растение само по себе лекарственное. Из листочков заваривают замечательный чай. Ну, мне кажется, вообще просто нужно его приобрести. Да, это как раз сорт гультерии лежачий. Это как раз лекарственный сорт. Еще что-то у нас есть съедобное. И это клюква. Я там тоже видел ягоды. Пойдем что-нибудь еще съедим. Так, совершенно, конечно, не сезон сбора клюквы, но, как ни странно, клюква тоже прекрасно перезимовала. Многие знают, что клюкву, которая созревает в августе-сентябре, очень многие собирают по весне, потому что за зиму она приобретает еще какой-то вкус. Да, есть ягодки. Представляете, есть ягодки. Но обязательно надо, конечно, попробовать. Не самая крупная ягодка, вообще эти сорта, у них есть что-то покрупней. Сейчас поищем. Они бывают вытянутые, вот эта вот ягодка уже покрупнее. Ну, мне кажется, что наши девчонки здесь уже похозяйничали, уже все съели, мы вовремя успели. Будем пробовать. Вкус вообще отличный. Я вот ем, не поморщившись. Сладкие, хорошие, вкусные ягоды.
Ну, может быть, потому что они еще перезимовали. Их так немножечко морозцем прихватило. Очень классная. Ну, вот смотри, Арсений. Снимай. Смотри, какая ягодка. Большая. Правда, уже с бочком. Это я есть не буду. Ну, брусника в цвету, без ягод. Как говорится, что поели, то и хорошо. Посмотрим, знаешь, еще на что? На растение, про которое я тоже рассказывал зимой. И это смородина. Смородина железистая. Все хотели очень магнолию, но, к сожалению, вот пока что пришло всего их 6 штук. Зато они совершенно восхитительные. Малюсенькие и с цветущими, вот уже распускающимися бутонами. Daybreak. Интересно, тоже я хотел бы, чтобы кто-нибудь нам рассказал про магнолии, потому что магнолии, зимующие на северо-западе, это отдельная история. Не все магнолии одинаково полезны. Пошли к смородине. А вот та самая смородина железистая, о которой я вам рассказывал зимой. Пришла она уже вот с цветочками распущенными. Интересно, они хотя бы пахнут? Нет, они не пахнут. Но надо все проверить. Листики пахнут. Очень интересный такой запах. Не совсем похожий на смородину. Ну, смотрите, вообще, какой она потрясающей кондиции. Правда, сдается мне, что она не просто так у нас стоит в таком месте. Мне кажется, что ее уже тоже продали или заказали. Надеюсь, что мне удастся урвать хотя бы кустик на испытание. Здесь мы еще видим, что у нас еще пришло огромное количество туй различных. Любимые всеми смарагды и еще бог знает что. Думаю, что нам тоже надо пригласить человека, который разбирается в туях. Правда, сложно уже сейчас в наше время удивить туями, но я думаю, что мы попробуем, правда? Вот. Вот это ты и будешь тем самым человеком, который расскажет нам про туи в следующий раз. Все. И на этом мы заканчиваем наш репортаж с площадки садового центра Европлант. Ну, чтобы не мешать работать, расставлять растения, готовиться к майским праздникам, я поздравляю всех с тем, что праздники будут у нас достаточно долгие, с 1 по 12 число, и все растения, наверное, у нас опять сметут. Ну, ничего, когда придет следующая машина, мы расскажем вам про другие. Всего доброго!